Здравствуйте, наши уважаемые зрители. В эфире программа «Подмосковные вечера» и гость нашей дачной беседки, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Бочкин. Добрый день. Лидер на сцене и лидер в жизни. Я начала с такой утвердительной фразы, потому что со зрительской точки зрения, ну, по крайней мере, вот основной массой зрителей, как мне кажется, это выглядит именно так. А так ли оно на самом деле, Игорь? Нет, не так. Ну, во-первых, лидером же нужно, конечно, если в театре, в общем, встать, да, чтобы в тебя поверил режиссер, даже не партнер, а именно режиссер, поэтому... Хотя мне, наверное, сразу повезло в жизни, я пришел с студенческой скамьи в театр Гоголя и благодарен судьбе, что именно в театр Гоголя, потому что меня еще в институте заметил Борис Гаврилович Голубовский и пригласил в театр, пусть это Гоголь, а не Гоголь, молодой артист должен работать. И действительно, мне просто вот так вот как-то в этом отношении везло, именно в театре, я подчеркиваю, что у меня в театре было очень много работы, играл действительно просто классные роли, которых часто, в общем-то, редко приходится играть именно в театре. Вот, а с кино этого не везло, поэтому, наверное, в кино как-то все-таки вот лидер бывает, когда вот одно дело все-таки, когда ты являешься артистом, предположим, разлива театра Гоголя, там, Станиславского, еще ничего, да, там, театра, там, разлива Курского вокзала, это одно. Когда уже, конечно, Бог дает все, как вот тогда у тебя и в театре хорошо, и в кино хорошо, там уже, наверное, ты лидер в профессии, вот это очень сложно. В театре нет, не могу сказать, у нас очень много хороших артистов, а так вот ощущать себя прям лидером, ну, все равно приятно, когда знаешь, что вот именно это твоя роль, это на тебя ждет роль. А в жизни вообще нет, в жизни я вообще не люблю лидерство, я так всегда почему-то такой очень... скучный, смурной, всегда в сторонке, я не люблю тусовок, я терпеть не могу, не люблю гастроли, хотел сказать фестивали, потому что в свое время, когда я поездил по этим фестивалям, теперь считаю, что просто на фестивале нужно ездить, когда у тебя картина, ну, так скажем, в конкурсе, то есть, которая как бы привлекает внимание зрителей, жюри, зрители, а так, в общем, это все одно и то же, и такое хорошее, замечательное слово «неинтересно». А чтобы быть лидером, ну так вот нужно за всеми тусоваться, нужно всеми быть на глазах, чтобы это взять. А, потому что нас же иногда показывают артистов, которые мало снимаются, мало в театре играют. Ну вот их часто показывают телевизор, думают, что это звезды, это суперзвезды. Это такие средненькие артисты, которые очень любят тусовки. Поэтому я в жизни лидер в своей квартире, наверное, сидя и смотря тупо на кошку, да, и думая о каком-нибудь там роли, может быть, для себя я и лидер. А так нет. Ну, неужели в вашей квартире только кошка, Игорь? Ну, как, жена и кошка, все, у нас это 2,5 человека, вот так получилось. А в семье вы лидер? В семье? Ну, лидер это как? Это деспот, да, это так вот всех так крушить, нет, давить. Там, семья гонять. Это тоже коллектив, нет, и в любом коллективе нет, ведущий, есть ведомые. Нет, вы знаете, нет. Хотя, наверное, почему-то я вот не знаю, как-то так многие говорят, что вот у меня на лбу это написано. Но я как-то, может быть, наоборот, что не ощущаешь. Пусть другие, знаете, когда, да, пусть другие говорят лучше, чем ты будешь сам так, таким себя он им считать. Это, наверное, лучше, чем наоборот, да? Что ты будешь думать, ах, какой я супермутер, а ты такой там, ничего из себя не представляешь. Ну, хорошо, спорить не буду. Для меня пусть это останется кинообразом, потому что вот кинообраз именно такой человека, абсолютно уверенного в себе, все знающего, все умеющего. Знает ваш герой как, знает когда и почему. Ну, наверное, главное. Обманываем хорошо. Но ведь, по-моему, вам грех жаловаться на судьбу-то кинематографическую. Ведь популярность, известность, звездность принесло вам именно кино. Нет, ну а театр никому не принесет. Можно быть народным пронародным, играть одного только в театре, и ты никогда не будешь известен. Но имеет большое количество зрителей, правильно? Это же очень много примеров. Не хочу приводить примеры, но их же очень много. Когда очень хороший, классный артист, но его мало кто знает. Ну, конечно, кино, ну а как? Ну, все равно кино кином, но кино же пришло ко мне очень поздно. Все-таки я же в кино в первый раз снялся, мне было 31 год. Это ЧП районного масштаба. Все-таки это был 31 год. А сколько прошло? 7 сезонов, ну, в общем, много лет. Но это был 88 год. Да, ну, это закончил я в 81-м. Представляете, все-таки 7 сезонов я честно, добросовестно отыграл. В театре уже после этого уже приобретя. Хотя это, наверное, это замечательно, что именно такое произошло в жизни, потому что уже был такой очень большой опыт театральной работы, тем более очень большие роли. Это «Пролетай над гнездом кукушки», «Берег», «Декамерон». Я очень много в театре переиграл. И это, наверное, конечно, помогло, что как-то так у меня вот сразу это произошло. Потому что если бы я так ЧП районного масштаба так
что я не думаю, что потом бы сразу было в год по 5-6 картин. Ну, если я правильно понимаю ситуацию, то вот фильм ЧП районного масштаба – это как раз тот момент, тот год, когда свалилась популярность. Или нет? Ведь были же фильмы и до этого. Нет, у меня главных ролей не было ни одной. У меня было несколько картин. Но ведь снимались же. Нет, ну, и это... даже в школьные годы снимались. Нет, ну в школьные годы это анекдот, но что на эту тему говорить. Нет, один замечательный артист, очень известный, сказал, что в любом случае, сколько ты не наиграл бы эпизодов, ты будешь очень средним неизвестным артистом. Потому что артиста делает только роль, а роль главная. Поэтому те роли, которые это были там, для меня, какие-то кусочек там Василий Буслаев, «Полоса препятствий», еще что-то, ну это даже не серьезно. Я, когда говорю там о кино, я эти фильмы даже не считаю, потому что это не опыт. Правильно, опыт, когда вот вошел я в кадр в ЧП районного масштаба, и от звонка до звонка, это единственная картина, где нет ни одного кадра без меня. То есть вообще редко, ну, одно дело, в главной роли, все равно есть какие-то куски, когда героя нет. Ни одной минуты экранного времени нет героя. Вот это кино, я считаю, это приобретение опыта, навыков, все. А все остальное это нет, это не серьезно, это не кино. Есть же, например, плохо звучит, но есть, например, мастер эпизода, правильно? Который никогда не сыграет главную роль, ну, большую роль, потому что, к сожалению, не сможет. Очень широко у нас бытует мнение, что следить за собой, в общем, такая прерогатива женщин, увы. Но а как добиваются мужчины такой формы? Ну, ответ-то на этот вопрос, ну, конечно, прост. Если ты хочешь как бы долго жить в профессии, а не уйти, ну, не хочу обижать я артистов характерных, ну, которых как бы определенные стезя, да, ну, уже трудно, например, но только видение режиссера, что какой-нибудь артист, там, не знаю, толстый, там еще какой-такой, может играть, там, не знаю, ну, там... Были же в свое время же эксперименты, когда, как фамилия была, артист играл этого самого у нас Гамлета, господи. Смоктуновский? Что? Высоцкий? Да нет. Ну, это не эксперимент, почему это? Я считаю, что точное попадание в образ. Ну, неважно, который играл во вратаре, который играл Карасика, инженера Карасика. Поняла. Помните, да? Это артист же играл Гамлета. Ну, это вот видение, как сказать, режиссера, поэтому... А так, в общем, если хочешь как бы быть в профессии, уж я не говорю там, проиграть героев, не люблю этих слов, но в любом случае надо как-то, ну, хотя бы чуть-чуть за собой следить. А так, в общем, как, слава богу, работа есть, и она тебя держит, в любом случае она тебе не даст там зажиреть или там заесться. Поэтому, ну вот. Ну а так, конечно, если время есть какое-нибудь свободное, конечно, надо немножечко за собой там следить. Но раньше, конечно, я больше этому внимания уделял, сейчас как-то меньше, ну, потому что ура, как-то так и не хочется, надоело там лишний раз там куда-то там бежать, прыгать, что-то это. Игорь, я думала, вы сейчас наших мужчин сподвинете, расскажете о хорошей физической подготовке, регулярной, постоянной. Нет, ну, знаете, ну, во-первых, это как, почему сподвигать? Любой мужчина, который будет на нас смотреть или там взглянет и будет слушать, любой же знает, что если это заложено, например, с измельства, если, например, в таком возрасте там кто-то катался на коньках, этот навык всегда остается. Если там кто-то вот такой возраст начинает плавать, он уже не разучится плавать. И прочие примеров же миллион, правильно? Поэтому, если какая-то подготовка есть, она же остается. Ну как, если нас научили писать, да, когда-то вот там, за школьных, мы же потом не учимся опять, не занимаемся правописанием, правильно, все остается. Это то же самое, просто нужно в себя как-то закладывать пораньше, а потом уже у одного есть вот... Я удивляюсь на людей, которые ходят зимой на лыжах. Я терпеть не могу лыжи, правда. Но это с детства было, это у меня было со школы, все. Есть другие какие-то вещи, там, я могу, не знаю, если вот есть свободное время, там, вот один положить дурацкий мяч на поляну, мяч катать. У каждого свои прибамбасы, понимаете? Ну, так скромно сказали, катаю мяч. Насколько я знаю, вы ведь неплохо и даже хорошо играете. В свое время брал, действительно хорошо играл. Но это, еще раз повторяю, это нужно время, вот, во-первых. И во-вторых, мой бывший главный режиссер театра Пушкина, Еремин, смешно, один раз меня рассмешил, он не то что запретил Юрий Иванович играть в футбол, не так, но он всегда любил очень лекции читать, что артист должен следить за здоровьем, не просто за здоровьем, там, как сейчас я там, я приехал, просто сейчас я в Одессе, был это, под перемена климата, вот я никак не могу выскочить из этих своих соплей дурацких. А вот именно следить, что, потому что не дай бог какая-нибудь дурацкая игра,
вот где-нибудь просто, ну, с ребятами там пошел, и не дай бог кому серьезные травмы. Вот это вот вещи, просто я как сначала не придавал этому значения, честно говоря, а потом как подумал, у меня просто один раз была такая ситуация, похоже, вот, ну, это было до его еще рассказа, но это вот один в один был. Я поехал играть в футбол, кстати, с одним коллективом очень большого, ну, в общем, с финансистами, грубо говоря, будто там объясняю, какой там банк, все, с финансистами. Да, и в прыжке один мальчик мне затылком рассек бровь. Это хорошо, что у меня не было вот съемок, не было там, ну, на следующий день там спектакля, но это было чудовищно, у меня просто упало так все, была такая история у меня, да, и я так еще... Потом, когда в свое время уже Еремин появился в моей жизни, я подумал, думаю, надо же, ну, умные, они же умные. Почему считаются умные, опытные? Потому что же опыт, он же не просто так вот сказал человек и все. Это абсолютно точно, потому что нужно, я знаю артистов, которые, ну, так бережно к себе трепетно относятся, он даже если будет там зарядкой заниматься, это не дай бог, потому что... Ну, как, ну, было в каком-то старом фильме, у меня же лицо, я им работаю. Да. Ну, артистка такая говорит, да, бейте куда угодно, это не видите лицо, понимаете, нога. А каким образом произошел возврат в театр? Почему я говорю о возврате? Потому что сначала это был театр Гоголя, потом практически только кинематограф. И потом был такой театр под названием, ну, неважно, было что такое, но я просто ушел, поругался режиссером, ушел, ну, там, по чисто творческим делам. Театр Пушкина нет, ну, это простая история. Я вот действительно был просто период. Как раз в тот год выходила картина «У папа была собака Невзорова», выходила картина «Барханов», значит, еще что-то, еще. И как-то все вместе. Одним словом, в общем, ну, нельзя было работать в театре, я ушел. И потом вот эта пауза в театре, несколько сезонов. Ну, я думаю, просто спасибо. Также вот, я сейчас сегодня несколько раз вспоминал. Вот Голубовского спасибо, ну, после Гоголя, с Пушки, спасибо, Россия Еремина. Просто раздался звонок. Звонок, так, конкретные предложения. Не хотел бы ты вернуться бы и вообще бы вспомнить, вообще существует что такое искусство театра. Я сказал, для меня это просто, конечно, действительно неожиданно. Приеду. Вот, я приехал, была смешная история с Еремином встречи, потому что он сказал, я думал, что ты бы шутил. Я приехал, и действительно все это произошло буквально в несколько предложений. Мы договорились, тем более, что было очень приятно, что как бы... Тут боюсь сглазить, ну что, почему я же не сглажу, рассказываю, что было, как немножко политика театра была повернута, и сразу мы начали репетировать «Камю» террористов, где играл Ивана Каляева, который убил великого царя. Ну, в общем, как бы сразу у меня был «Камю», после «Камю» у меня сразу появилась «Варшавская мелодия», после «Варшавской мелодии» сразу появился «Эдип», сейчас два спектакля новых, сейчас новые, поэтому вот так и получилось, в общем, как и должно быть, я считаю, как бы... в жизни артиста, то есть вот 6 сезонов, 6 спектаклей, потому что на 2 спектакля ты уже не потянешь в сезон, это же не потому, что тогда ни на что на другое время не останется, если 2 спектакля. А где вам как артисту комфортнее, уютнее работается, живется, ну, потому что сложно говорить, да, что в театре только работает? Ну, я, в театре или в кино? Я, конечно, театральный артист, я театральный, потому что так иногда вот жалею, скинул, снялся, хорошо, что такое получилось. И потом, как-то время проходит, ты к этому возвращаешься, особенно если ты увидел, думаешь, боже мой, ну как же жалко, уже этого не исправить. Все! А в театре, конечно, театр дает огромную же возможность, да, потому что можно же, не знаю, за 15 минут до выхода на сцену, на премьере, что-то такое конкретное изменить, правильно? Это же тебе кино не дает, поэтому... Я вот жутко не люблю, вот, грешен, я вот не люблю репетировать. Но когда уже спектакль уже сыгран, там, особенно там где-нибудь 5-й, 7-й, 10-й, когда же спектакль уже можно приглашать зрителей, друзей смотреть, если он хороший, если он сам тебе нравится, потому что не нравится, это не дай бог. А бывает такое, что вот вы играете в спектакле, который вам не нравится? Бывало. Не, ну если как, ну что же, мы же все взрослые люди, все-таки сейчас можно, ну, как-то что-то выбрать, что-то там да, немножечко покапризничать, там сказать, ну, может быть, еще что-нибудь найдем. Все-таки, конечно, ну как, раньше же так вот написан приказ, там, Пупкин, Шмупкин, Фигупкин, все, да, это в таком-то спектакле, такого драматурга, такого режиссера, все. Поэтому, ну, конечно, бывало, либо и полупустые залы, ну а как без этого, по-моему, это через это любой артист прошел.
Ну, а есть какие-то вот такие суеверия артиста Игоря Бочкина? Вот перед тем, как он выходит на сцену, там надо три раза через плечо плюнуть или еще что-нибудь такое? У каждого артиста, даже я не верю, когда говорят, там, мне ничего нет, нет, не верю. Мне кажется, у каждого есть такие свои прибамбасы. Вот мне тоже так, ну, просто, ну, конечно, на эти темы как бы... Нельзя. Ну, мне кажется, ну, зачем же говорить, да, это уже будет, ну, как это? То есть, если вы такие, ну, если об этом кто-то будет знать, да, ну, как, это уже все будет говорить, а, вот сейчас он сделает вот это, вот это, вот это. Хорошо. Там же говорят, Козловский, по-моему, когда перед выходом из машины, по-моему, чуть ли не 24 раза бился головой в стекло. У каждого свои там. Вот, надо было еще посчитать, сколько раз он головой бился. А может, легенда, а может, правда. Какие роли вам хотелось бы сыграть? Вот те, которые еще не сыграны. Ну, например, раньше, может быть, можно было как-то бояться, все-таки так вдруг, чтобы не сгладить, да, потому что я сейчас могу сказать совершенно, что я все равно никогда не сыграю, потому что это сумасшедшие деньги, сумасшедшие бюджеты, это, конечно, так вот, если вот дали бы мне на выбор, это, конечно, Астафьев, печальный детектив, вот, и номер два, а может, номер один, это, конечно, Шукшин, «Я пришел дать вам волю», конечно, Разин. Ну так, по большому счету, но это не подъемные картины сейчас, это не подъемные картины. Поэтому. Ну вот так вот, я говорю, вот из таких вот героев, вот такого вот героя, вот как раз вот Астафьевского и Шукшинского, вот такого плана. Игорь, а вот если такая активная работа в кино ведется, активная работа постоянная в театре, каким образом еще вписывается в эту напряженную жизнь антреприза? Ну как, вот так вот вписывается, пытаемся вписывать, ну а как же, куда же деваться без антреприза? Ну, такая... может быть, я немножечко с такой более приземленной, более бытовой точки зрения задаю этот вопрос, но, на мой взгляд, антреприза это все-таки момент, я еще раз говорю, я могу быть не права, но антреприза это какой-то момент актерской невостребованности, или вы с этим не согласны? Невостребованности? Ну, когда дело не том, занимают что... в театре, не занимают дело в кино. Дело в том, что в антрепризе, если ты не востребованный артист в кино, в театре, где угодно там, и у тебя неузнаваемое лицо, ты просто никогда не будешь работать в антрепризе. Нет, я говорю о том, что вот актер известен, да, но ведь все мы знаем, что есть такой момент в актерской жизни, когда вот действительно молчит телефон. Так, ну. И человек не задействован. И тогда возникает антреприза. Или все не так? Мне кажется, все не так. Я сейчас говорю, чтобы работать в антрепризе, артист должен быть на расхват и сверхпопулярен. Тогда тебе будет предложение из антреприза. Если у тебя молчит телефон, он тебе будет из антрепризы точно никогда не зазвонит. Ну, вот посмотрите, у того же Дубровицкого последняя премьера «Слухов». «Слухов». Там, «Стеклов». Сафонова, Могилевская, Андрюшка Ильин. Ну, в общем, вот 8 человек, вот все таких фамилий. Я не думаю, что у этих артистов телефон молчит. О каких спектаклях можно сказать, вот, что вы их посмотрели с удовольствием, не свои? Вы вообще вот ходите в театр? Ну, я... Про театр, да, но я не могу как-то сказать про с удовольствием что-то. Это вот у меня... Ну, наверное, конечно, там вот в «Современник» несколько последних работ Лены Яковлевой. Там, ну, не знаю, что я так не могу. Я вот, вы знаете, ведь это же всегда, не помню времена, когда какой-то, пусть один спектакль, был бы все время на слуху, да, хоть какая-то одна книга, да, была на слуху, когда все там из рук в руки, да, там на спектакль все ломились, или кино, предположим, да, вот, я сейчас не знаю, загадка, или настолько уровень снизился, или настолько всего много хорошего стало, наоборот, что как-то вот такого, например, какого-то определенного названия, еще, что такого нет. Поэтому я могу сказать честно, что в кино, на большом экране кино не видел 1000 лет, потому что, ну, во-первых, не до этого еще, и во-вторых, просто, конечно, можно здесь спокойно одному кассету и спокойно посмотреть, что тебе интересно, перекрутить. Я там любимого своего Де Ниро, или там, не знаю, любимого Николая Николаевича Рыбникова, я поставлю там «Девчат», понимаете, или там «Весну на Заречной улице». Я могу миллион раз это смотреть, я знаю все наизусть, отыгрывая каждую эмоцию, там уже, там, не знаю, там, начиная там с высоты, там, не кочегары, не плотники, картину проговорить за всех, понимаете, но это каждому свое. Вот так вот сказать, что просто такое последнее потрясение, ах, у меня такого вот не было, честно могу сказать. Игорь, а есть такая вот вещь, я не знаю, штука или как это назвать, которая вас в жизни может удивить?
ну, так сказать, ах, я никогда такого не видел. Ну, это как, связано с чем, с искусством или как, или вообще? Ну, вообще. Ну, конечно, хотелось бы вот в области искусства, но если такой, такого момента в области искусства нет, ну, другой, может быть, области. Ну, я не знаю, ну, наверное, когда я вижу какой-то там какой-нибудь сверхъестественное кино там, или какой-нибудь сверхъестественный спектакль, потому что я говорю, что вот для меня, например, правда, это раздражитель, что появилось очень много, что все хотят друг друга удивить. Гамлет у нас заиграл на саксофоне, предположим, да, там, не будем говорить, у кого, кто и что. Там вот другое, чего, что-то правильно, так и тут все вот, и вот эти вот, это настолько, вот, так честно говоря, не мое, вот, не, ну, вот, не мое, ну, что мне теперь делать, но мне как бы очень трудно, потому что там можно же все что угодно сделать, там из, там, не знаю, из Гоголя, из этого, и сейчас очень так просто так. Просто там сокращают, переделывают все. Ну, тогда просто зачем брать, например, такую серьезную фамилию, как, не знаю, там Достоевский или кто-то. Можно взять там другое, из этого то же самое сделать, что ты сделал из этого, просто чтобы название. То это вот эти вот удивления, вот это не мое, это не моя история. Я люблю очень такое вот, вот живое, основательное. Ну, наверное, у меня такое, я не потому что, я не думаю, что я же такой примитивный. Ну, наверное, вот я... Если мне там, не знаю, или скучно, или наоборот, очень хорошее настроение, я говорю, что сейчас оговариваюсь, включаю, притом ту же весну на Заречной улице, понимаете? И у меня настроение, если было плохое, оно улучшается, а если было оно хорошее, оно мне еще лучше становится, понимаете? Хотя параллельно с этим я могу поставить, ну не знаю, «Однажды в Америке». Но это уже картина, под которой уже не будешь, там, не знаю, там чай пить или еще что-нибудь. Все-таки это кино, которое тоже надо смотреть. Или там «Бешеного быка». Я очень люблю просто Де Ниро, там, вот, ну, там нескольких человек, на которых как бы Голливуд стоит. Ну, это да, это как бы для меня каждый вечер удивление. Понимаете, как это вообще так возможно? А есть вещи, уж там такое будет, ну так будет снято, там уж такое будет твориться. Ну, скажешь, да, ребят, здорово, ну что, вот так вот. Всегда же, когда вот, как, например, после какого-то театра или там фильма, если вдруг вот, увидел, вот, посмотрел, и вдруг как вспышка что-то происходит, думаешь, бах, и так точно вспоминаешь какой-то момент, или там, не знаю, сцену, еще что-нибудь, думаешь, во, вот это вот, значит, тебя удивило. То есть вот это вот, да. А когда так, ну, здорово, классно, как бы так, когда особенно то, о спектакле или о кино, как, можно посмотреть. А можно, знаешь, как не смотреть. А можно все, можно посмотреть так. Ну, вот и все. Когда ты кассету ставишь второй-третий раз, значит, тебя удивило. А когда так посмотрел и забыл, хотя там великие артисты играют, и там операторы великие, и режиссер великий, все, и там снято, это же не они снимают. Ну, сумасшедшие, там думаешь, боже, как вообще это возможно снять там. Вот, ну, можно посмотреть. Как там Шварценеггер там на крыле самолета болтается. Ну, болтается и болтается, ну, фиг с ним, ну, пусть болтается. Игорь, мы с вами в программе «Подмосковные вечера», и вот сидим в такой дачной беседке. А есть ли у вас своя дача? Нет, могу сказать честно, своей дачи нет, и как бы даже могу объяснить, не то что почему, но почему нет такой тяги к даче, потому что, конечно, если вот в это вот окунаться, в эти беседки, в дома, там, Подмосковье, там, то, конечно, это нужно, чтобы это было приобреталось сразу. Потому что у меня очень много примеров там, друзей, приятелей, того же Царства Небесного, там, Толя Ромашина, который этой даче, потому что это столько человек губит энергии, нервов и всего-всего-всего, вот на эти вот строительства, когда тебе все начинается хорошо, как у всех, как бы все начинается все хорошо, и потом тут начинается там, то у кого-то воруют, кто у кого-то еще что-то, нервотрепка, не дай бог, как его жена с сыном, сколько у них существовало это дача, все время жили в бане. Я говорю, Юрка, когда-нибудь вообще переедете в дом, мы приезжаем, живем в бане. Толя там в этом доме, вот, поэтому так это все, у многих там эти начинаются дела с бани, поэтому главное, там мужики баню построили, а все остальное как бы между прочим. Вот, наверное, причина-то основная в этом, потому что и финансы финансами, и вот это вот, потому что это, конечно, только, наверное, нужна такая вот тяга к этому. У меня нет такой тяги, что вот все, вот я должен обязательно в этом году посадить там, не знаю, кинзу, укроп, там эту редиску, чтобы вот к осени, там когда, вот, чтобы у меня была своя закуска. Понимаешь, что это своя закуска, нет. Ну а вот если вдруг случается такое чудо и образуется у артиста Игоря Бочкина чуть-чуть свободного времени, угу, чем вы его заполняете?
Ну, это, наверное, самые страшные вопросы для артиста, потому что когда спрашивают, там, чем вы занимаетесь в свободное время, да? Да, это, да, наверное, самое жуткое, что может быть для актера, да, когда вдруг, вот, как вот вы сказали, там, телефон не звонит. Вот это вот атас. Ну, нет, ну а как в свободное время? Ну что там, все-таки же есть приятели, да, также там вот тысячу лет уже собирались куда-то там выехать, тысячу лет там собирались, даже те же элементарные, в свое время было просто там, не знаю, через день шашлыки эти, мышлыки, сейчас я уже забыл вообще, как там сами их делают, сами эти там, вот, поэтому, наверное, если бы сейчас было это свободное время, тем более погода позволяет, хотя то, что творится в атмосфере, не позволяет, наверное, был бы такой же примитивный, там, не знаю, выезд куда-то, там, не знаю, там, не знаю, обжарить какую-то форельку или там съесть просто элементарный кусок мяса, ну, сделанный собой. Вот все, что было, наверное, по максимуму. Я не знаю, что было бы еще другое. Ну, а какие-то вот пристрастия? Рыбалка, охота? Нет. Вот? Нет. Нет. То есть времени на хобби нет? Нет. Хотя я, в общем, это так, как сказать, люблю, ну, как сказать, присутствовать, но у меня, предположим, одного раза, там, не знаю, на несколько месяцев, во. Да, потому что есть такие любители, что они без этого не могут. То есть буквально свободные минуты, все уже все люди знают, где человека искать. Нет, у меня такого нет. Я тоже знаю, кстати, когда там папа вот рыбак и все, дети эти, они только про эти спиннинги, шминнинги, спиннингисты, там это все. Но это же должно от кого-то передаваться. Может быть, получилось просто, что у меня, например, отца, может быть, слишком рано не стало. Не было такой вещи, что, вот, знаете, вот как все-таки мужик в семье, он мужик. Поэтому вот что-нибудь, может быть, передалось, там какие-то привычки. А так этого, наверное, может быть, не было, и поэтому как-то вот таких вот пристрастий, каких-нибудь пристрастий нет. Игорь, если бы вам предоставилась возможность пройти весь путь сначала, вы бы выбрали актерскую профессию или выбрали какую-то другую? Еще раз, сделали бы такой выбор? Ну, Богу все равно, как бы, грех гневить, все-таки что-то там такое происходит у меня в жизни, наверное, в профессиональной. Повторил бы, нет. Да я думаю, что однозначно, конечно, да. Да. Так, значит, можно задать риторический вопрос. Вы счастливый человек? В таком случае он становится практически риторическим. Ну, очень такой сложно, так сказать, счастливый. Но, во всяком случае, в главном, все-таки там, что же говорить, там всегда, вот именно в нашей профессии, там, что у мужчины спросить, что у женщины, ну, там было исключение. Все-таки, конечно, главное, ну, профессия, так скажем, да, поэтому, в общем, просыпаюсь каждое утро, там, и говорю себе, спасибо, Господи, что все-таки ты даешь эту работу, даешь это, что ты занимаешься любимым делом, и то, что ты, как бы, хотел и сам выбрал, тебя на это никто не направлял, то, наверное, все-таки так, счастливый человек, да. Время нашей программы неумолимо подходит к концу, хотя на самом деле вот с Игорем Бочкиным можно разговаривать и разговаривать, да, и разговаривать. Да, не такой уж я хороший собеседник. Замечательный собеседник и счастливый человек, как мы только что узнали. В нашей дачной беседке был сегодня замечательный гость, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Бочкин.